Вчера хорошо встретили, все там ребят показали, раздевалку, все, даже на лед успел выйти, поэтому все, уже сейчас начинается самое интересное, подготовка и все, вперед, окей. В Уфе уже бывали, и когда это впечатление складывались о городе, о клубе, об атмосфере болельщиков? Да, всегда нравился город, мне очень нравятся мне такие большие громкие города, Уфа мне прям очень сказать, подходит, нравится, когда вот, ну, чуть поспокойнее. Сколько я видел, здесь люди очень добрые, очень вежливые, и всегда приятно даже на улице просто пройти, погулять, и люди улыбаются вроде, так что это уже большой плюс. Уже с опыта знаю, какая здесь поддержка сумасшедшая. Я знаю, когда, особенно когда против играл Салавата, особенно домашние матчи, всегда тяжело, потому что как только энергия идет с трибуны, это все уже там тяжело это перебороть, и очень хочется почувствовать, с другой стороны, когда вот это будет именно здесь, именно дома, когда будет меняется, вот, как бы волна подталкивать, и уже хочется быстрее это почувствовать. Теперь к тренировочному процессу. Как он проходил у вас во время, скажем так, вот этого части до того, как вы собираетесь с командой, что делали, может, какая-то программа у вас была? Да, у меня уже, да, программа уже давно. Там один тоже тренер, один тоже зал, и поэтому, ну, над слабой стороной поработал, на сильной как-то укрепил, и чуть так силёнки подобрал, знаешь, сейчас лагерь будет непростой, и хорошо поработал. Правда, загара чуть нету, но так, нормально. А почему загара нет? Где отдыхали? В Калифорнии в том дело, потому что обычно там на солнце, на пляже, так на пляж мы 90 только успели с семьей. Чуть-чуть гольф поиграл, поэтому так в руки и ноги чуть это позагорело, все остальное. Ну, часто бывает, что, переходя в новую команду, игроки общаются о своем месте в новой команде с тренером. Как-то у вас был такой диалог с главным тренером там, Ламсой? Да, был пока коротенький, так это познакомились. Я думаю, все это будет еще впереди, потому что вчера такой день был, там быстрее надо было и форум подготовить, и там фишку сделать, коньки проверить, поэтому так пару слов перекинули, но я думаю, что все это такое серьезное собрание, все впереди будет. Достаточно уже длительная карьера. Какая у вас, скажем так, новая мотивация, потому что вы много выигрывали? Ну, всегда цель номер один – это выиграть. Это, тем более уже почувствовал на себя, что такое, какое-то ощущение. И просто хочется больше, хочется еще раз. И поэтому это было такое легкое решение именно приехать, потому что эта команда, по опыту знаю, очень хорошая, с большим потенциалом, поэтому знаю, что я могу со своей игрой помочь команде.